Здравствуйте! С вами Полина Майзель, и сейчас мы начинаем аромамедитацию для привлечения радости и оптимизма в вашу жизнь. Эта медитация особенно подойдет, если в последнее время вы немного потеряли радость к жизни, если вам не хватает позитива и если широкая улыбка не так часто сияет на вашем лице, как этого хотелось бы. Давайте исправим это с помощью аромамедитации. Медитации сами по себе уже очень мощный инструмент для расслабления и направления сознания в нужное русло. А когда мы добавляем аромат в виде чистого натурального эфирного масла, это задействует также ваше обоняние, что делает медитацию особенно эффективной и очень приятной. Важно использовать чистое, качественное эфирное масло. Для этой медитации вам понадобится масло дикого апельсина. Итак, располагайтесь поудобнее, отключите звук телефона и убедитесь, что вас ничего не потревожит. Начинаем. Капните одну каплю масла дикого апельсина на ладони, слегка потрите их, сложите лодочкой и сделайте глубокий вдох и длинный выдох. Закройте глаза и повторяйте такие глубокие вдохи и медленные длинные выдохи. Апельсин. Просто позвольте его молекулам наполнять ваши легкие, ваше сознание этим оранжевым ароматом радости. С каждым вдохом легкие становятся все шире, дышать становится все легче, приятнее. Продолжайте делать глубокие вдохи и длинные выдохи. Наблюдайте за своим состоянием. Представляйте, как этот оранжевый цвет радости постепенно наполняет все ваши легкие. Продолжая делать вдохи и длинные выдохи, можно опустить руки, сесть или прилечь так, чтобы вам было очень комфортно. Глаза закрыты, все тело от макушки до кончиков пальцев ног расслаблено. С каждым вдохом еще более расслаблено. Очень легкое. Почувствуйте, как поверхность под вами легко поднимает ваше легкое тело вверх. Итак, вот они, эти оранжевые апельсиновые молекулы радости наполняют ваши легкие. Оранжевый цвет наполняет все тело. А теперь всю комнату, в которой вы находитесь. Весь ваш дом. И всем, кто находится в вашем доме, становится вдруг весело и радостно без причины. Представьте, как улыбаются соседи, как озадаченность на их лицах вдруг сменяется улыбкой. Оранжевый цвет, который теперь излучает ваше сердце, такой чистый и яркий, такой теплый и солнечный, растет и расширяется, наполнив уже весь дом, весь район. И даже весь город, в котором вы находитесь. Представьте себе продавцов, водителей автобусов, маленьких детей, которые вдруг перестали капризничать и стали смеяться. Звонко-звонко. Послушайте их смех. Представьте, как помирилась влюбленная пара, и озаренные улыбкой они обнимаются.
Представьте, как улыбается мама, к которой навстречу делает первые шаги малыш. А вот пожилая бабулька, которой внуки подарили рисунок. Позвольте вашему воображению гулять по городу и дарить эту радость всем, кого вы там встретите. В транспорте, в парках, на улицах, в больницах, в школах, в офисах. Ваше сердце сейчас является мощнейшим источником радости, и вы можете волшебным образом распространять и делиться ею со всеми. Тем временем оранжевый апельсиновый аромат не останавливается, он наполняет всю страну. И вот уже весь земной шар. Где-то люди подтягиваются, проснувшись, и улыбаются. Кто-то шепчет другому на ухо «Спокойной ночи!» и улыбается. Радость, оптимизм. Вот чем ваше сознание наполняет весь мир. И верните постепенно внимание на ваше тело. Вся та радость, все то тепло, что вы дарили по всему миру, возвращается к вам в десятикратном размере. Каждая клеточка наполнена солнечной, радостной энергией. Все клетки смеются и танцуют. Это танец, вибрация жизни. Почувствуйте эту вибрацию в ступнях ног, в коленях, бедрах. Ваши ноги настолько сильные, такие отдохнувшие и бодрые, им прямо не терпится уже встать и легко носить ваше тело. Низ живота, вот солнечное сплетение. Почувствуйте, как много ресурсов, силы воли, жизненные силы пульсируют в нем. Грудная клетка, расправленные плечи, сильные руки, кисти рук. Пошевелите пальцами рук и ног. И ваша голова. Посмотрите, как напряжение ушло, и ваше лицо озаряет красивая улыбка. Вы изнутри чувствуете себя моложе, веселее, бодрее, энергичнее, смелее. Вы буквально излучаете радость изнутри и знаете, что в любой момент можете напомнить себе об этом, прислушаться или подышать апельсиновым маслом, чтобы напомнить вашему телу, на какую радость оно способно. Еще несколько секунд просто поблагодарите свое тело, свое воображение, Вселенную, за всю безграничную радость, которая существует в ней, которая доступна для вас в любой момент времени. Откройте глаза, потянитесь. Сейчас вы совершенно живые и бодрые, готовы вернуться в этом состоянии к своей жизни, к своей судьбе и творить ее в этом радостном оранжевом цвете. Вы можете возвращаться к этой медитации каждый раз, когда почувствуете потребность подзарядить ваши солнечные батарейки. Можете поделиться ею со всеми, кому вам кажется не хватает радости и света. На моем канале вы также найдете аромамедитации на разные темы и другие полезные видео. Спасибо.